Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Pancam. Обзор мультимедийной системы на базе Android от компании Canbox на Sanyang Axon Sport. Модель H-Line с диагональю экрана 7 дюймов. Аккуратно встает в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку. Меняется вот эта вот панель. Выполнена она из серого пластика. Чуть-чуть на тон отличается от оригинала, но в целом выглядит достаточно аккуратно. С подсветкой адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. Также на данный автомобиль рекомендуется установить кнопки на рулевое колесо для более удобного управления магнитолой. В этом же варианте управление все в сенсорном. По внешним подключениям в бардачок выводятся USB-порты, 3 штуки, куда можно установить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще выводится слот под сим-карту для подключения к интернету. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав его со своего мобильного устройства через режим модема. У клиента здесь уже была установлена камера заднего вида, ее подключили. Включается она автоматически при включении задней передачи. Здесь есть настройки по яркости, цветности, контрастности и настройки парковочных линий. По самому планшету работает он на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. Все работает очень быстро, плавно и достаточно удобно всем пользоваться. Доступен магазин приложений Play Market, откуда можно скачивать любое приложение. Самые популярные здесь же уже предустановлены. YouTube, интернет-радио, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск, интернет-телевидение. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством различных настроек. Штатная радиоантенна подключается, все функционирует, все работает. Также есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи, а также доступен Android Auto либо CarPlay и множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно о них вы сможете узнать у нас на сайте либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!